В институте хирургии имени Вишневского создана система дистанционной диагностики хирургических заболеваний. В электронно-вычислительной машине на магнитных лентах записаны таблицы медицинской памяти, в которых обобщен опыт института и других клиник и диагностические программы. Это запоминающее магнитное оперативное устройство машины. В него вводится таблица медицинской памяти того класса заболеваний, с которым будет вестись работа. Программа логических и вычислительных операций. И информация о результатах обследования больного. Вычислительное устройство осуществляет математические операции в соответствии с заданной программой. Данные о больном поступают в машину по дистанционному каналу связи. По нему же передается врачу и поставленной машиной диагноз. Эти данные также заносятся машиной на перфокарту, которая пополняет архив системы. В настоящее время дистанционная связь позволяет клиникам ряда городов обращаться при необходимости в диагностический центр. Эту связь предполагается расширить. Одновременно можно будет обслужить до 200 абонентов. Рассмотрим созданную диагностическую систему в действии на опыте совместной работы с Ярославским медицинским институтом. В клинику поступила больная с острым заболеванием органов брюшной полости. Картина болезни не ясна. В таких случаях можно обратиться к помощи диагностического центра. Для машинной диагностики разработана специальная карта «История болезни». В ней по классу острых заболеваний органов брюшной полости учтено 218 симптомов. Каждому симптому присвоен определенный номер. Результаты обследования больной заносятся в историю болезни. Плюс означает наличие симптома у больного. Минус – его отсутствие. Ноль – говорит о том, что данное исследование не проводилось или симптом нечетко выражен. Заполнив историю болезни машинной диагностики, врач по установленному в клинике телетайпу вызывает диагностический центр. Специально разработанные устройства позволяют вводить информацию с периферии непосредственно в машину. Передачу исходных данных о больном в машину необходимо производить в последовательности установленной истории болезни. Диалог врача с машиной происходит в следующем виде. Буква М означает обращение машины к врачу. Буква А – ответ врача-абонента. Объясним принцип машинной диагностики на примере нашей больной. В таблице медицинской памяти по вертикали расположены заболевания. Например, в классе острых заболеваний органов брюшной полости номер 1 обозначает острый аппендицит, местный перитонит. Номер 3 – это прободная язва. 5 – острый холецистит. 7 – кишечная непроходимость. Номер 9 – травма живота. Всего 20 заболеваний. По горизонтали располагаются симптомы заболеваний. Например, номер 1 обозначает возраст до 10 лет. 11-й – боли в правой подвздошной области. 132-й – симптом Щеткина-Блюмберга положительный.
Всего в таблице в соответствии с историей болезни 218 симптомов. В клетках таблицы приведены значения вероятности симптома при каждом заболевании. В машину вводится симптоматика больного. Машина вычисляет значение вероятности по каждому заболеванию. При наличии симптома у больного значение вероятности переходит в блок вычислительного устройства. Если симптом у больного отсутствует, то учитывается как бы обратная величина вероятности симптома. Если обследование не проводилось, то соответствующий ему симптом машина не учитывает. Но если обнаруженный у больного симптом несовместим с данным заболеванием, то оно исключается из диагностического процесса. Такой процесс машина производит по каждому заболеванию. После окончательного подсчета машина определяет вероятности возможных заболеваний. Если вероятность заболевания достаточно велика, то она определяет диагноз. В соответствии с этим заключением больная была оперирована. Послеоперационный диагноз подтвердил заключение машины. Но иногда при машинной диагностике с примерно одинаковым процентом вероятности определяются несколько заболеваний. В таких случаях машина указывает возможную ценность информации, еще не проведенных у больного исследований, которые врач может дополнительно провести. Наряду с этим предусмотрена возможность вызова для консультации ведущих специалистов диагностического центра. Консультант центра со своими сотрудниками знакомится с результатами машинной диагностики. Консультант советует провести двустороннюю паранефральную новокаиновую блокаду, а минут через 20 электростимуляцию моторики кишечника. Эти мероприятия позволят более четко выявить клиническую картину ведущего заболевания – холецистита или панкреатита. В соответствии с советом консультанта осуществляют двустороннюю паранефральную новокаиновую блокаду. Затем проводится электростимуляция моторики кишечника. В результате этих мероприятий изменилась симптоматика больного. Соответствующие изменения вносят в машинную историю болезни. Затем все данные о больном вновь вводят в машину по линии связи. Диагностический процесс повторяется. Теперь в машине получен более определенный результат. Руководствуясь диагнозом, поставленным машиной, решено провести холецистэктомию. Операция выполняется под наркозом. Выделение воспаленного желчного пузыря облегчается гидравлической препаровкой.
Шейку пузыря перевязывают. Воспаленный желчный пузырь удаляют. В нем оказалось много камней. Диагноз машины подтверждается. Определяя заболевание и передавая результаты машинной диагностики на периферию, диагностический центр, в свою очередь, получает послеоперационные диагнозы, которые в дальнейшем используются для совершенствования диагностической системы. В конечном счете, этот процесс сводится к такому исправлению значений вероятностей в таблице медицинской памяти, при которых обеспечивается более точный машинный диагноз. Диагностический консультативный центр, оснащенный современными электронно-вычислительными машинами и линиями связи, призван облегчить врачам сложный процесс определения диагноза и выбор наиболее рационального метода лечения.